Ничего лишнего. Кормушка должна быть простой и функциональной, чтобы пернатые могли пользоваться ей, говорит Вадим. Мастерили птичью столовую всей семьей. Мы просто у папы нашли детали от кормушки и начали собирать. И украсили снегирем. Первый раз делают кормушку. Семья Арины Садовской уже второй раз делает кормушку. Судьба первой девочки неизвестна. Возможно, она тоже находится где-то в парке. Мне помогала вообще вся семья. Папа, все. И мы ее делали из соломы, крышу, чтобы птицам помогать там, чтобы они могли в своих домах. Такого ажиотажа, говорят организаторы, не было никогда. В этом году искитимцы принесли в городской парк 97 кормушек. Главное условие – сделать ее из природных материалов, использовать меньше клея и краски, но и не забыть о функционале. Сегодня в парке проводят награждение по итогам конкурса. У меня большая благодарность к нашему маленькому поколению нашего города за то, что вы, ребята, девчонки, мальчишки, вы так отнеслись к этому конкурсу, что представлено было сегодня на конкурс 97 работ. В Центральном парке придумали и сделали отдельную зону, где разместят часть кормушек. Остальные тоже будут использовать по назначению. Ни одна подделка не будет стоять без дела. Для удобства людей, опять же, в доступности руки именно покормить птиц. И также в нашем парке будут размещаться просто на деревьях. У нас есть прекрасный южный парк, индустриальный парк. И не переживайте, все кормушки разместятся. Семечки, орешки, крупы, свежие плоды и ягоды. Несоленое сало. От этого птицы точно не откажутся и прилетят за добавкой. А вот свежий хлеб, пшено, еду со стола пернатым давать запрещено, даже если нам такой прикорм кажется аппетитным.